опять начинается этот цирк. Сотрудниками муниципальной охраны, которые вас не пускали, я думаю, что какое-то недоразумение произошло. Нету. Недоразумение в четвертый раз. Наверное, вам повезло, может, будет и пятый, а может, вообще и не будет. Кто-то заходит просто, может быть, вы провоцируете. Я же объясняю, не загромождайтесь в центральный путь, зайдите, вас запустят с той стороны. Да никто никого не боит. Взял ключи и ушел. Нас в течение 10 минут отправляли сюда, чтобы зайти с этого входа, чтобы здесь сейчас мы стояли и ожидали, когда его, возможно, откроют. Мы правильно понимаем Почему схему работы? Его откроют, сейчас человек пойдет, откроет. Фактически, когда журналистов многократно пускали через центральный вход, вы нарушали технику безопасности, следуя вашей логике, верно? Нет, вы заходите. Почему сразу не пускали? Не готова ответить вам на этот вопрос. А почему у вас гражданину Украины? Давайте мы сделаем сначала первый шаг, откроем дверь, а потом будут все остальные шаги.